Всем привет! Вы на канале Полина Мя. И сейчас мы с Белочкой переодеваться будем. И вы с нами, да? Вы с нами будете. Так, я ставлю камеру. Сейчас. Мы идем за нашей девушкой. Вот мы. Белочка, зануривай. Зануришь? Выбирай себе, что ты хочешь. Эти. Брайна? Нет, не надо. Брайна. Давай тебе чехлую какую-то кофточку, да? Я вам уже показывала одежку, может? Не, я вам не показывала одежку, да. Ну что, Белочка? Убирай. Вот это платьечко, но это накидочка. Давай эту накидочку, вот эту накидочку мы возьмем. Что? О, давай вот это платьечко. Оно скоро твое станет. Или большое. Опа, словила. Словила, да? Сейчас мы примерим. Все, и потом вам покажу. Платьечко одеть, оно тепленькое довольно. И вот эту накидочку. Мы приступаем. Сначала мы снимаем ее кофточку. Ты пахнешь еще до осени. Вот такая у нее кофточка. Это у нее ножичка будет. Ну, мы ее уберем. Что такое у нас памперсик? Да? Белочка. Белочка у нас ничего не боится. Ей. Сейчас мы как... Вот мы уже оделись практически. Сейчас вот здесь связываем. И все вот так. Как нам связать? Вот так вот у нас получилось. Такая блузка красивая. А ну-ка, что у тебя оно? Все. Вот такая гипочка у меня. Девочка. Теперь мы на нее накидочку найдем, потому что у нас холодно же. Девочка. Вот, тебе с удовольствием разрешила. Ну, у нас холодно, девочка.
Можно. Да, приносик. Мы завязываем это все. Сейчас. Оборот надо было на него. Я стараюсь помочь. Одеть. Да, я Малина красиво выглядит, конечно. Тебе понравилась Малина? Большой. А Малинка, ну, он тоже большой. Машинка. Вот такой накидочку. Сейчас. Делаем. Вот такую накидочку. Делали. Сейчас мы свечи покажу. Вот такая наша брылась красивая. Да, брылочка. И можно прорезать. Я еще... выберу, сейчас потом покажу. Я еще выберу шапочку сейчас. Пойду выберу шапочку. Я Белочке правильно шапочку одену. Потому что Белочке не пойдет. Панамка. Да. Не пойдет.